фирма Blue Byte и ее игрушка Archimedean Dynasty свидетельствуют, что к 27-му столетию война с использованием ядерного вооружения все-таки состоится, что приведет к уничтожению всей земной суши. Оставшиеся в живых довольно шустро и умело освоят океан. Вновь вырастут огромные города, в силу войдут гигантские торговые корпорации, и вновь над миром повиснет угроза ядерной войны. Роль игрока незатейлива и понятна. Чтобы заработать на кусок хлеба, вам придется превратиться в сурового наемника, выполняющего скромные, но очень ответственные поручения различных контор, зачастую враждующих. Выбор есть. Например, вы можете завербоваться к бизнесменам или пиратам. Можно даже стать шпионом-ренегатом и работать на всех, кто платит деньги. Зачем вам такая прорва монет? Все очень просто. Деньги уходят на совершенствование любимой подводной лодки. Иначе говоря, Archimedean Dynasty — это отлично выполненный симулятор подлодки. Но не только. Игра содержит элементы квеста, и вам придется изрядно поломать голову, кто друг, а кто враг.